9 ноября, воскресенье. В 2 часа отдан боевой приказ номер 2 штаба СОР, в котором отмечалось, что в целях дальнейшего упорядочения управления войсками и организационного объединения отдельно действующих отрядов и частей создаются 4 сектора, разделившие территорию Севастопольского оборонительного района от центра города до передового рубежа сухопутной обороны. Приказ не только упорядочил организационную структуру войск, но и систему управления ими. Комендантами секторов назначены командиры дивизий Приморской армии, а штабами секторов стали штабы их дивизий. Смелыми и решительными атаками 7, 8 и 9 ноября войска СОР сорвали попытку противника прорваться к Северной бухте и расчленить нашу оборону. Понеся большие потери, немецко-фашистские войска вечером 9 ноября прекратили активные боевые действия. Получив отпор при попытке овладеть Севастополем сходу, командование 11-й немецкой армии оказалось вынужденным перейти к подготовке планомерного наступления на город. Преследуя Приморскую армию, противник всеми силами пытался перекрыть ей пути подхода к городу. Тяжелые бои шли на всех участках Севастопольского оборонительного района. Совместными усилиями 7-й бригады морской пехоты полковника Жидилова, 16-го батальона морской пехоты и остатков батальона курсантов было остановлено продвижение врага в районе хутора Микензия. Немецко-фашистские войска пытались прорвать оборону и на северных скатах долины реки Бельбек. Здесь их встретила 8-я бригада морской пехоты полковника Вельшанского. Не увенчалась успехом попытка немцев прорвать оборону в районе деревни Шули, где удержал позиции 2-й полк морской пехоты. Не смог враг продвинуться и по шоссе на Балаклаву. Тогда он попытался прорваться к ней по горным тропам и прибрежной полосе. Здесь путь врагу преградил батальон школы НКВД под командованием майора Ивана Григорьевича Писарихина. Несмотря на отсутствие подготовленных позиций, средств связи, артиллерии и минометов, недостаток стрелкового оружия, моряки-пограничники не дали врагу захватить Балаклаву. В своих мемуарах командующий 11-й немецкой армии Манштейн признавал: благодаря энергичным мерам советского командования противник сумел остановить продвижение 54-го армейского корпуса на подступах к крепости. Противник счел себя даже достаточно сильным для того, чтобы при поддержке огня флота начать наступление. В этих условиях командование армии должно было отказаться от своего плана взять Севастополь внезапным ударом сходу.